Друзья, находимся мы на Аллее Здоровья. Это в городе у нас. Вот такая здесь длинная аллея. Здоровье называется. Вот там за кустами дальше река Кокшага. И там дальше вот. Там центральный пляж. Вот с девочками решили прогуляться. Фалли социализируем. Вот здесь спортивные снаряды остановились у них. Раньше, кстати, я по этой аллее здоровья бегал. Спортом, так сказать, занимался. Это в юношеские годы, когда я учился в техникуме радиомеханическом. Сейчас заезжали с Людочкой в магазин цветов. Цветочный магазин. Людмила купила себе цветы через Авито. Давай смотрите, как она. Тоже хочу я сейчас тут посмотрю, какие есть тренажеры интересные. Вырвалась. Ага. Ну, в общем, вот так вот, друзья, проводим время. Вообще, мы из поликлиники сейчас выписали девчонок наконец. Хотели на другую сторону набережной, где кукольный театр, помните, наверное, показывал. Но планы изменились. Поехали за цветочком, оказались здесь. Это я. Привет. Так интересно, девчонки спортом занимаются. Вот что надо. Вот такие спортивные комплексы, за которые деньги не надо платить, чтобы молодежь занималась, развивалась. А тут торговые центры строят, супермаркеты, алкопункты всякие. Вот что надо. И молодежь будет занята. Папа, да, друзья? Сделай! Так, теперь папочка. Ай, ты тут не дотянешься своими махонькими ручонками. Теперь папка. Ну давай, вспомни молодость. А зачем ты кричишь? Помогает, да? Меня папа покатает. Здорово вообще. Вот так вот пришел, да? С утром пришел, да, вот так вот и взбодрился. Покатай, говорит, меня. Папа, осторожно. Сейчас в космос улетит. А меня. И вот так вот каждую надо, дорогие зрители. Вон, Сонечка там. Сонечка, смотри, Сонечка качается. Стукнула. А чем она стукнула? Вот. А как она так? Стукнула сильно, что ли, мило? А как она так? Ну, ладно, помпор. Смотри, там, смотри это, Сонечка. Вот тут вот давай. Тут на одной ноге ты, на другой папа, а то ты так это. Лыжник, да? На раскоряке. На это тебе. И поехали. Хоба! А чё он? Чё, он застревает, видимо, там, Максим. А, вон он вылетел. Тихо, дайте ключ. Вылетел. Там, наверное... Надо куда-то отказать. Что здесь такая вот беда? Кто-то, наверное, слишком сильно забрался. Не ездит, там этот... Там здесь застревает еще. Да, там, видишь, снег. Из-за снега не очень. Ну вон на той стороне, папа. Все, пускай. Вот на той стороне. А это? Нет, это надо поднимать и опускать. Работает вроде. Ого! Вот здесь силенки-то.
Поболее. Надо, да? Ага. Здорово. Мама, а, он не работает. Папа сказал, эта штука не работает. Да, лучше девчонки не надо доламывать. А это что? Ты вот, поскакал. А здесь что развивает? Ноги. Шпагат потом станешь. Да что хоть? Ой. То ли полиция, то ли скорая едет. Так, а это шуцуе. Куда ткнуться? На что-то едет. Ну что-то для ног. Здесь сидушка, наверное, должна быть, да? Ну вот была сидушка, видимо, она, видимо, отлетела. Вот где ты это. А тут, наверное, ноги качать как раз было. Так. А это, наверное, не едет. Как-то надо завести его. Там она, наверное, примерзла, может. Пипец, блин. Неужто железо нормально? Папа, папа, идем. Я хочу там. А, Романа, я подумал, Румыния. Вот здесь вот. Пали, пали, пали. Она это грызет. Так, а тут что? А тут вот так. Физкультурники. Физкультурники. Я не знаю, как мартышки очки, да? О! Это спиной надо. Папа! Дурачок, а! Пересядь! Спинкать надо. Вот. Маша, Кристина, подожди. Нет, Людочка. Думаю. Дело так. Вот думаю, для ног-то здесь. Думаешь так, да? Да. Ну понятно. Точно, правильно. Это все. Не знаю, все. Все, пошлите, пойдемте прогуляемся, потом пойдем домой, потому что долго нельзя гулять. У нас мы после больничного. Воздуха, воздуха должно быть. Вода, мои любимые. Дозировано. Девушки. Все, всем пока-пока. Лайкосики. Ну вот он сам вход на аллею здоровья. О, уже усвистали мои. Сейчас осмотримся чуть. Ну вот там были. В общем, так. Такие фонари, которые вечерами горят. Здесь очень, очень красивошно. Особенно летом. И все. Поехали мы. Всем пока.